Небо разное бывает, пепельное или бирюзовое, это каждый понимает, нету ничего такого. Даже черный телефон будет отблеском силен, постоянно, хоть он черный, есть оттенок в свет проворный. Бог так мир уже создал. И иного в мире нет, пусть глупец, пускай аскет, разночтение, что искал. Почему у вас разночтение? Вот поэтому. Разногласий будет много, Шурик из Москвы подмога. Так москвич он или Шурик, или может Саша он, ни стыковка, ни в ажуре, или по весу он как слон, все один, одно и то же. И дитя понять то сможет лишь ученый в кавычках отвергал. А вот эти ученые великие не хотят ничего понимать. Ребенку понятно, что это один и тот же Саша москвич из Москвы, десантник, студент, шатен, блондин и так далее. А ученые великие нет, они не в силах это понять. Что же за великие ученые такие? Что же они изучали такое великое, что такими великими учеными стали? Пусть религиозные или светские, разницы нет большой. Значит, не Богом интересуются, а не истинным положением дел. Они вошли в дом и все время спрашивают, а почему здесь кувшин стоит, а почему здесь стена стоит? Потому что тот, кто дом создал, он знает, почему стоит. Это ты не знаешь, почему в доме должно так стоять. Ты здесь чужой. А живущие в доме прекрасно понимают, почему что стоит, и там все идеально и гармонично.